Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш эфир. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. Наука, технология приветствует нашу сегодняшнюю гостью, очаровательную, красивую, что главное, даст нам сегодня чудесные рекомендации. Друзья, с удовольствием представляю. В гостях у нас сегодня президент медицинской корпорации РАНА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины Екатерина Деброва. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Мне очень приятно, что я сегодня в эфире, и мы будем делиться секретами, и не только. Поскольку биомедицина имеет огромное значение, и не сегодня придумано, испокон века всегда использовали экстракты, настои, растений, животного происхождения. Я вас немного прибью. Да. Давайте поговорим сегодня, представим нашу тему. Во-первых, мы говорим о долголетии. Это замечательная тема. Да. Вы расскажете нам, что такое биомедицина. Вот, вот это самое главное. Да. Я увидел это слово и все, впал в ступор. Да. Что это и такое? И в-третьих, дадите нам какие-то рекомендации. То есть, да, наши зрители, слушатели уйдут сегодня бодрыми. Я могу сказать одно, что биомедицина – это то, что относится к стандартизованным препаратам. Угу. Это то, что можно уже потреблять и продается в аптечной сети. Угу. То есть это уже готовые формы, так. Экстракты трав, экстракты так. Животного происхождения. И не только, где уже разрешены дозировки, правильное использование в сочетанном с медикаментозным лечением – как монолечение, и это направление все больше и больше развивается. У нас в стране в том числе. У нас в стране идет семимильными шагами. Можно ли сравнивать биомедицину и народную? Вы сейчас перечислили такие вот нюансы, которые тоже присущи народной медицине. Народная медицина – это народная медицина, когда она не зависит от дозировки и от концентрации. Mm-hmm. То есть вы берете, допустим, любую травку, завариваете, пьете как чай, mm-hmm. вот тот же ромашку. Мед, ромашку, все что угодно. А есть уже концентрированные формы. И вот концентрированные формы, они должны быть, во-первых, из правильного сырья приготовлены. К этому сырью должны быть определенные ГОСТы и стандарты. Так. Но и прежде всего, это, конечно, уже обязательно дозировка. То есть в каких дозах ты применяешь, до еды, после еды и так далее. И это уже делает врач. То понятно. Есть назначение биомедицины тоже должен курировать врач. Обязательно. Я хочу сказать, у нас абсолютно разная аудитория. Мы будем говорить максимально просто. Активное долголетие в нашей стране – такая тема. Вот скажите, пожалуйста, Екатерина, какие есть основные составляющие, может быть, чтобы человек реально жил долго и счастливо? Вы знаете, на активное долголетие влияет очень много аспектов. Угу. И активное долголетие – это не только социальная программа, потому что и не только биомедицина. Да. Как ни странно, к этому относится и физкультура, и то, что мы кушаем, и то, как мы мыслим, и вообще все аспекты жизнедеятельности человека. И я могу поделиться сегодня очень интересной информацией, все, что связано с долгожителями, уже непосредственно и в нашей стране, и в стране такой, как Япония, которая уже доказала своим собственным примером, что жить долго можно, и для этого есть действительно реальные шаги. Долго и качественно, что важно. А главное, что они качество – это еще и здоровье. Знаете, так активное, здоровое долголетие. Здесь Лиза Калинина, Никита Некрасов. Но не мы главные в этом часе. А главное в этом часе Екатерина Деброва, президент медицинской корпорации РАНА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины. Разговариваем мы в том числе об активном долголетии. И Екатерина нам сейчас за эфиром поведала, что у нас сейчас идет интереснейший год. Перекрестный год с Японией. Как это правильно звучит? Перекрестный год России, Японии, Япония, Россия. Ага. И очень интересно, что именно в этот период я вышла с инициативой зарегистрировать проект «Культура жить активное долголетие», поскольку это тема и сфера моей деятельности. Я уже 17 лет со своей корпорацией занимаюсь с японскими коллегами, партнерами именно этим направлением. Это направление очень интересное в медицине и в биомедицине, в частности. Это направление, связанное с плацентой. Знаете как, плацента стара как мир, и только ленивый не знает, что такое плацента, но плацента плаценте рознь. И вот здесь очень интересно, что сама идея зародилась в России у профессора Филатова, профессора Одесского университета. После того, как в 30-е годы была Хиросима и Нагасаки у японцев, и им нужно было спасать нацию, они взяли эту идею именно лечения плацентарными препаратами –
и доработали у себя уже как готовый продукт фармацевтического качества, абсолютно безопасный, абсолютно стандартный и абсолютно эффективный, что, собственно, важно в биомедицине. И уже теперь, используя там 60 лет, и этот препарат, допустим, в данном случае это Лайнек, он относится к страховой медицине, то есть это страховой случай, и государство заинтересовано, чтобы такие препараты были у населения. Этот препарат мы, и не только один, и еще много других препаратов на основе плаценты, мы поставляем из Японии обратно фактически на историческую родину, где зародилась сама идея. Но, что самое интересное, разное законодательство двух стран нам у нас только в рамках инструкции, и мы, естественно, эти препараты применяем как гепатопротекторы и иммуномодуляторы, но широкий спектр этого препарата используется в Японии. И нам для того, чтобы подойти к этому широкому применению, необходимо еще дообследовать препарат в разных сферах. И мы на базе всех государственных практически институтов страны дорабатываем с точки зрения изучения этого направления еще больше и больше как готового продукта. И вот делимся на уже конкретных государственных площадках, на специализированных форумах именно нашими данными, нашими научными исследованиями, нашими клиническими исследованиями. И вот здесь японские коллеги очень много перенимают у нас дополнительного опыта. И вот тот пример, тот пример коллаборации России и Японии, где стерты политические границы. Есть наука, есть инновации, есть технологии. И этот интерес, он регулярно подогревается с двух сторон, со стороны Японии и со стороны России. Потому что мы, изучая и делясь опытом, получаем все больше и больше возможностей по применению этого направления и безопасности. Ну, смотрите, вот сейчас нас слушают обычные люди, совершенно никак не причастные к науке и технологиям. И вот к японцам. И к японцам, в частности, да. Мы можем какой-то дать им совет, вот как нужно жить, чтобы хотя бы сделать какой-то первый шаг к долголетию? Но прежде всего, все равно выбор остается за человеком. Какими средствами лечиться? Антибиотиками, не антибиотиками, у каждого есть свой врач. Но чтобы не лечиться, а все-таки до того... Заниматься профилактикой. Да, профилактикой. До того предупредить, собственно, свое предполагаемое заболевание. Нужно обязательно заниматься превентивной медициной, профилактической медициной, то, что делают японцы обязательно. Это диспансеризация. Вот это мы об этом расскажем. В гостях у нас сегодня президент медицинской корпорации РАНА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины Екатерина Деброва. Мы говорим об активном долголетии. Так, вот на чем мы остановились, чтобы вот так вкратце. Существует два вида превентивных мер, так скажем, чтобы не болеть. Да. Прежде чем стареть, надо как-то себя правильно готовить. Да. Можно лечиться антибиотиками и так далее, химическими препаратами, можно естественными, да, так скажем. Можно сочетанные формы. Да. Биомедицина – это как раз в сторону натурального, естественного и так далее. Да? Но это достаточно, как сказать, не в широком распространении сейчас у нас в стране, да? Не для каждого, скажем так, человека. Да, многие об этом не знают. Да, я думаю, что как раз-таки очень многие все-таки принимают сторону биомедицины, но это, скажем, таким кустарным способом лечатся своими настойками и так далее. Но если брать уже классическую медицину, это больше пищевые добавки и так далее. У нас же сейчас очень развиты пищевые добавки растительного происхождения и животного происхождения, и это здорово, это замечательно. Медицина – это все-таки более немножко строже подход. Ну, не немножко, а, собственно, там есть свои собственные стандарты у биомедицины, и это радует. И, конечно, обязательно этим должен руководить врач. Обязательно. Я к этому призываю всех, кто пользуется биопрепаратами. То есть самому себе назначить что-то нельзя? Или не то, что нельзя, но не нужно. Не нужно. Нужно делать все правильно, и поэтому для этого существуют доктора, которые тоже так же глубоко погружаются и в бионаправление, и так далее. В России я не считаю, что мы в каком-то зачаточном состоянии в биомедицине. У нас очень много форм своих российских и качественных. Но почему я сейчас провожу этот опыт именно с Японией? Потому что биомедицина, ну, во-первых, это традиционная медицина, к ней больше дается предпочтение, но и, во-вторых, это то, что покрывает страховой случай.
То есть это страховая медицина. То есть выход, так скажем, ОМС, да. Входят вот эти препараты. Входят эти препараты. Они у нас в поликлинике. Да. У нас просто замечательно выходят. Мы остановились на том, подождите, что... Мы не будем критиковать. На самом деле все впереди. Да. Я думаю, что все в наших руках. Когда я спросила вас, какие есть формы, да, для того, чтобы жить долго и активно, вы говорите, первое, это диспансеризация. Мы на этом остановились. Диспансеризация. Вот у японцев это есть в обязательном. Опять открою вам очень интересную вещь, что базовую платформу диспансеризации в Японии, вот эта базовая платформа взята из России. Uh-huh. А что входит в эту платформму диспансеризации, чтобы наши слушатели и зрители понимали? Вспомните, как мы проходили флюорографию, uh-huh. как мы сдавали это анализы развода. Да. И даже проходили такой период, когда зарядку делали во время рабочего дня. Да, например. Например. Да. Да. Почему? Потому что нужно было проходить эти обязательные меры профилактики для того, чтобы жить долго и качественно, и вовремя своевременно обращаться к врачу, угу. если это необходимо, так. чтобы предупредить то или иное заболевание, которое может развиться потом в хроническую форму. Угу. А в Японии это сейчас существует. Мы сейчас перешли к телемедицине. Телемедицина у нас сейчас тоже идет семимильными шагами. А что это такое? Телемедицина, но это сейчас очень интересный тренд. Я думал, это Алан Чумак, вот это заряжаем воду, банки ставим. Нет, это, конечно, не совсем то. К телемедицине сейчас очень строгие и качественные тоже подходы и стандарты. Это то, чем занимается, наверное, все человечество сейчас, весь цивилизованный mm-hmm. мир. И японцы тоже впереди планеты всей, но при этом я не могу сказать, что мы где-то отстаем. Мы тоже сейчас берем но это на вооружение. Это, конечно. Это уже введено. Ну, введено, да. Но да, дорабатывается. И я уверена, что за этим тоже большое перспективное будущее, потому mm-hmm. что мы оперативно влияем и рекомендациями, и, скажем так, всеми необходимыми мерами человеку, когда ему очень срочно нужна помощь. Угу. И это тоже важно. Но я все-таки опять возвращаюсь к стране долгожителей. Да. Мы говорим о том, что это натуральные, естественные формы, которые являются традиционной медициной, которые покрывают страховой случай и так далее, и так далее. Но еще очень много зависит от того, от ментальности. Вот. Да, от ментальности человека. Сделаем паузу. Про ментальность, да. Про ментальность мы как раз после идеального мира Сергея Лазарева очень подходит. Да, конечно, идеальный мир. Небольшая музыкальная пауза, друзья, мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. Добрый день, друзья. Это телерадиоканал «Страна ФМ», рубрика «Наука и технологии». Прямо сейчас Лиза Галина, Никита Некрасов здесь в студии. А также у нас в гостях Екатерина Деброва, президент медицинской корпорации «РАНА», член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины. И сейчас у нас очень интересный разговор произошел за эфиром. Мы начали говорить о японской ментальности. Вот да. Давайте для наших слушателей и зрителей продолжим этот разговор. Может быть, немножечко из-за такта, так как мы начали за эфиром. Что такое японская ментальность? Вот кто эти люди? Какие принципы жизни? Эти люди очень интересны. Во-первых, это остров, где большое количество людей, и нужно выживать, и они молодцы, поэтому они очень техногенные, каждый клочок земли используют очень рационально, эффективно и качественно. Их заставила сама жизнь думать о том, как к каждому камушку или песточку, который находится на этом острове, относиться бережно, трепетно и с любовью. Но также бережно, трепетно и с любовью они относятся друг к другу, что немаловажно. И как доказывает сейчас уже наука, ментальность сознания, а то есть экология сознания, так это красиво звучит, имеет огромное значение, если мы хотим жить долго и счастливо. А что такое экология сознания? Прежде всего, нельзя служить двум господам, правде и лжи. Если ты говоришь «да-да», «нет-нет», не существует вот этой вот полумеры, а как-то завуалировать свой ответ, отойти как-то в сторону, пойти на компромисс, то есть очень договориться и так далее. Здесь все конкретно. Если я общаюсь с японскими коллегами, то я не могу найти полутона. Мы должны либо сказать друг другу «да-да», мы работаем и определяемся, либо «нет». А почему нет, мы тоже должны друг другу объяснить. И у каждого есть своя четкая позиция. Но если мы говорим «да», то мы уже работаем по тому стандарту, который мы определяем для себя. И это прежде всего должно быть полезно для меня и для того, для кого я это говорю. То есть обязательно нужно следить за словами. Что ты произносишь, что ты думаешь. И чтобы то, что ты думаешь, ты и произносил.
Угу. Это и есть чистота и экология сознания. А, класс, то есть никакого лицемерия тебе. Да. Угу. Екатерина, здорово. Вот простите, что вас перебиваю. Тебе надо в эту страну, Никита. Не-не-не, мне не надо в эту страну. Вы говорите, что вот у японцев все так, вот так вот организовано, они на острове, они оттуда сбежать никуда не могут, у них каждый клочок, а у нас же какие просторы? Как вот эта вот вся идеология может применена быть у нас? Когда у нас выходишь из дома в Сибири, идешь час, два, три, ни одного человека, сплошные медведи и комары. Так это замечательно. Значит, у нас с вами все впереди. Вы представляете, какие масштабы, какие возможности есть в нашей стране? Так у нас же изначально уже другая ментальность заложена. Нет, подожди минуточку. Это все в наших руках. Если мы все-таки с основы, даже с преднатального периода, будем уже закладывать, что так же бережно нужно относиться к нашей стране, и точно так же бережно нужно относиться к тайге и каждому дереву, и к тому, что мы делаем, и что мы говорим, и как мы мыслим, и чтобы не было вот этого, знаете, особенно в производстве, что производственный процесс по одному циклу, а сотрудник делает то, что он подумал и решил, что здесь я могу что-то добавить, что-то не сделать. Давайте тогда продолжим. То есть вот про принципы и характер японцев. Что вот еще такого особенного, что вас особенного? Поразило? Благодарность. За то, что имеют? Или людям, в принципе? Благодарность ко всему. Глобальная благодарность за то, что я живу. Класс. За то, что я существую, за то, что я общаюсь сегодня с вами. Я очень благодарна за то, что я общаюсь со всеми телезрителями. То есть не воспринимать как должное, да? Да, благодарить всегда за все, что ты имеешь. И благодарить прежде всего каждое утро, что сегодня самый лучший день, потому что он подарит, и он единственный. И вот эта благодарность, она идет во всем. Посмотрите, как они дают визитку. Они же кланяются. Этот ритуал, он меня сначала возбуждал. Думаю, как же так? Кто закончит? Я понимаю, так, Катя-сан, они меня зовут так, Катя-сан. Катя-сан тоже кланяется. И я думаю, так, когда мы закончим этот ритуал, они понимают, что я все-таки не имею этой ментальности. Они всегда говорят, что все, достаточно. Прервемся. Но это же не потому, что им хочется продемонстрировать некий какой-то вот этот вот момент. Это не лукавство, это действительно благодарность за то, что они общаются. Потом, если японский житель, ты зашел в любое общественное помещение, ресторан или электричку, куда угодно, метро, зазвонил телефон мобильный. Он пулей вылетает в тамбур. Я думаю, куда несется человек сумасшедший? Все а быстрее. Он просто всех уважает. Он всех уважает. Да. Продолжаем тему активного долголетия. Ссылаемся мы на долгожителей в мировом масштабе. Первое место лидирующее занимает Япония. Мы как раз об их менталитете сейчас и говорим. Вот давайте еще продолжим про их психологию, экологию сознания. Да, вот что такого поразило, и перейдем уже к следующим факторам. Ну, об экологии сознания можно говорить сколь угодно много, и действительно... Вот мы не сказали в эфире, что они оптимисты. Мы сказали это за эфиром друг другу. Тоже они хочется оптимисты, донести. Они безусловно, оптимисты, да? Оптимисты, потому что на таком клочке земли делать такие замечательные машины, робототехника развита. То есть благодарность и вера в будущее, что все будет хорошо, абсолютно, это их кредо. Абсолютно, но это вера – это одно, благодарность – это другое. А еще есть такое понятие, как делать. Да. Ты можешь быть абсолютно чист сознанием, ты абсолютно, твои мысли совпадают с твоими словами, ты благодарен миру, но дальше идет следующий пункт. Я это делаю. Я еще подтверждаю это делами. А вот делами они подтверждают как никто лучше, потому что качество – это их репутация страны. Это как у немцев качество, репутация, так же и у японцев качество, это репутация. Почему так мало японских продуктов и так далее во всех странах? Ну, продукты питания все-таки есть, и памперсы появились японские, еще что-то такое. Очень хорошие. Да, очень хорошие, я тоже с вами согласна. И продукты питания, но фармацевтического, допустим, и так далее, вот таких тонких технологий, особенно биотехнологий, их не так много. Потому что очень важно, важно для японца это репутация качества. Они боятся, чтобы не было каких-то потом дискредитаций того или иного направления, особенно связанное с тонкими технологиями. И поэтому только допуская и доверяя уже партнеру той или иной страны, они открывают отчасти свои какие-то секреты технологических процессов. Вот я считаю, что на уровне наших коллабораций, нашей компании, корпорации,
корпорации и корпорации-производители в Японии, мы уже близки к тому, что мы уже вошли в это поле доверия, что мы несем качественно ту репутационную составляющую именно компании Японии, именно в биотехнологии, в биоплацентарных технологиях. И я очень счастлива, что допущена до вот этих технологических процессов. Но я не хочу останавливаться на достигнутом, потому что этим надо делиться с нашими российскими учеными, создавать эти технологии здесь у нас в России и идти дальше. Поскольку бионаправлению выделено очень большое значение в России, и очень много сейчас кластеров, особенно в Сколково, занимается этим направлением. И только не надо путать. Клеточные, вот эти стволовые клетки, это будущее. Это наше будущее, в которое я тоже свято верю, верят и японцы, и весь сознательный мир. Но к этому надо еще подойти. А биотехнологии – это настоящее? Биотехнологии – это и клеточные технологии в том числе, но биоплацентарные технологии японские – это наше настоящее, потому что они действительно зарегистрированы, имеют легальное поле для распространения и в России, и в Японии в том числе. Я уже это просто повторяюсь. Скажите, питание очень важный фактор тоже, да? Но у них получше, мне кажется, чем у нас ситуация с этим. Рыба своя хорошая. У нас прекрасные продукты, у нас прекрасное питание. Хек, вот это все, треска. Все рыбы те же самые, те же воды и так далее, в которых плавают эти рыбы. А что мы так делаем не так? Да все мы делаем все так. Все делаем так, слава богу. Все делаем так, просто, может быть, у каждого свои предпочтения по рациону. Кто-то больше предпочитает сырую рыбу, кто-то предпочитает там еще какие-то свои продукты. Самое главное, еще раз говорю, не в том, что мы кушаем и как мы кушаем. А в чем же? Я объясню. Опять в той же нашей ментальности. В той же нашей ментальности. Все идет от головы. Понимаете, если я хочу быть здоров, я буду здоров. То есть я ем рыбу ту же самую, что и японец, и говорю себе, я ем эту рыбу, и я буду здоров. Нет, я буду здоров. Прошу, минутку, здесь не надо путать. Я буду здоров, и я для этого обязательно буду кушать правильные продукты, ходить в спортзал, пить хорошую качественную воду. И нормально спать. И нормально спать. Но поверьте мне, они точно так же это сами себе говорят и живут по этому сценарию. И отдают больше этому предпочтению, нежели чем, может быть, купить дорогую машину. Екатерина Деброва у нас в гостях, президент медицинской корпорации РАНА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины. Мне очень понравился приоритет, который вы сказали, что японцы делают уклад не на богатство, роскошь и понт, а на здоровье, как ты себя чувствуешь. Вкладывают свое здоровье. Да, ведь старость — это не только, что ты хорош и строен, а если ты можешь ходить, самое ты главное, чувствуешь как себя они прекрасно. Всегда удивлялись, зачем вы занимаетесь устранением морщин, когда нужно заниматься хорошим самочувствием, чтобы как можно долго чувствовать себя активным, бодрым, и если тебе сколько определено, то ты должен дойти в здравии, в полном здравии, и в хорошем самочувствии. Поэтому я, конечно, хочу здесь сориентировать всех наших слушателей сейчас на то, что у нас есть свои методические центры, это понятно. И, конечно, есть популярные издания, глянцы, где рассказывают наши амбассадоры, которые применяют уже это направление на себе. Это и Ольга Кабо, и Андрей Малахов, и многие другие. Это можно посмотреть и почитать. Вот Ольга Кабо недавно 50 лет исполнилось. Посмотрите, как она круто выглядит. Да, Андрею Малахову 100. Посмотрите, как он выглядит. Нет, Ольга, я знаю, что 50. Вот в январе. У него даже очки уже приросли на носу. Друзья мои, они действительно, я очень благодарна своим партнерам и друзьям и коллегам, что они к нам ходят и дружат, и признают это направление, и делают выбор в сторону биоплацентарных направлений. Но, конечно, можно все это увидеть в глянце, последний номер, гламур, кстати, вот тоже могу рассказать о капельницах молодости. Там тоже идет такая вот, скажем, не сугубо медицинская тема, потому что есть у нас и специальные издания, где мы говорим на медицинском языке, и конгрессы, и форумы, и вот сейчас будут проходить специализированные форумы. Но чтобы читателю лучше разобраться и понять, зачем ему это надо, из какого и что возраста ему надо, и так далее, конечно, нужно зайти на сайт корпорации РАНА. Как звучит сайт? РАНА, www.rana.ru. Замечательно. Заходите, пожалуйста, интересуйтесь. И задавайте
задавайте по горячей линии все вопросы. В режиме онлайн мы отвечаем на все вопросы. Это отвечают врачи непосредственно. Зачем надо, с какого возраста надо. И, в общем-то, это все это профилактическая Екатерина, медицина. Самый волнующий нашего слушателя и зрителя, они трепещут всегда, вопрос, доступно ли это вообще, в принципе, обывателю? Вы знаете, опять же, вернемся к японцам. Если нам, конечно, мы приоритетно ставим, ну, я не знаю, какие-то очень дорогие вещи, то, безусловно, на все денег нужно правильно распланировать. Если мы все-таки желаем ставить во главу угла свое собственное здоровье и самочувствие, то, безусловно, это доступно. Это доступно, это не сумасшедшие деньги. А возможно, это чего МС когда-нибудь войдет? Это моя мечта. Да. Это моя мечта. Это то, что я буду делать в этот перекрестный год, чтобы это вошло в стандарт лечения. И врач не будет выписывать. Не так, Лиза, тебе нафтизин. И чтобы... Да, и чтобы... Таблеточку под язычок положила. Вы знаете, на самом деле у пациента должен быть выбор. Да. Выбор. Да. Лечиться химическими препаратами, биологическими препаратами. Самое главное, чтобы это помогало, это было безопасно. Прежде всего, безопасно, не навредить. Чтобы это было стандартизовано, то есть это было принято в стране, да. Это было легитимно. И, конечно, чтобы это было эффективно. Если уж я трачу деньги, чтобы это приносило стопроцентную пользу и эффект. Да. Спасибо вам огромное. Я желаю всем жить долго, активно и, конечно, быть здоровыми. Спасибо. Это самое главное. Спасибо большое, друзья. Спасибо вам. Все. Что спасибо. Я хочу еще раз поблагодарить нашего гостя. Екатерина Деброва в гостях у нас была в студии. Президент медицинской корпорации РАНА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, возглавляющий секцию биомедицины. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся, услышимся. Приходите за советы. С удовольствием, приглашайте. Да, друзья, программа «Наука и технологии» подошла к своему завершению. Мы скоро вернемся, а вот Екатерину мы отпускаем. Спасибо большое.